Все материалы в ролике использованы с целью обзора и попадают под правила добросовестного использования. Все сказанное автором является исключительно личным мнением автора. Всем привет, меня зовут Динат Гумеров, мне 19 лет, я профессионально занимаюсь ставками на спорт и за последние 2 дня я заработал больше, чем 1,5 миллиона рублей. Если не веришь и хочешь зарабатывать так же, то просто свайпни вверх. Такой молодой и уже столько зарабатывает, а я вот то на заводе пошу. Так это я теперь в каперы пойду, получается. Привет, миллионеры, и как вы уже поняли, на обзоре у нас сегодня очередной молодой миллионер, поднявшийся, само собой, на ставках. Это, знаете, это раньше у нас молодыми миллионерами считались люди, которые, ну, обладали неким даром создавать крутые вещи. Пускай даже заимствовать, если взять пример того же Павла Дурова. Но все же, сейчас балом правят прогнозисты на спорт. И об одном из них мы сегодня и поговорим. Динат Гумеров, 19-летний миллионер, основатель проекта ставок на спорт Making Cash, бизнес-тренер, автор YouTube-канала «Время первых», адепт сетевой пирамиды Airbit Club и еще много-много чего. С вами проект Making Cash и Airbit Club, сука! В общем, человек достаточно разносторонний, особенно что касается сфер, где можно наебывать. На YouTube-канале Динат показывает свою богатую жизнь, путешествия, деньги, встречается с Егором Кридом, правда, только в самолете, ну, там, типа, рядом сидел. Ну, встретился же. Все. И, конечно же, упоминание о баснословных богатствах благодаря его платной группе с прогнозами на спорт Making Cash. И все эти миллионеры на ставках действуют как под копирку, абсолютно не добавляя индивидуальности. Соцсети завалены атрибутами богатой жизни. Постоянная реклама с просто бомбическими прогнозами, благодаря которым ты сможешь жить так же, как и они. И что самое поразительное, это то, что люди в это реально верят, когда они уже поумнеют. Это же как в любой сетевух, если что, обзор оставлю вот здесь. Ты кричишь о том, какой ты богатый, какой ты успешный, как тебе легко живется, и что самое главное, мозг тебе для этого нахрен не нужен. Просто купи подписку, и будет так же. У тебя Lamborghini есть? Ну а Гелендваген? Ну так найди. Ну к чужому подойди, сфоткайся. Ну что, мне вот это тебе все рассказывать нужно. Вот, молодец. Теперь уже видно, что ну богатый. Плюс 5 к доверию. Следующее. У тебя фото со звездой есть какой-нибудь? Ну так сделай. Вон к Хачу сходи, у него шоу в убытках. Или к Гусейну. Только золотую цепочку одень, иначе он тебя к себе не подпустит. Вы любите мотивацию, вот она вам, и это Динат. Ну вот, уже видно, аналитик спортивных событий пришел. Как быстро растут наебщики. Ну все, ты готов уже, иди. Иди, наёбывай. После того, как я проиграл 3000 долларов, я разозлился и начал делать ставки. Давайте я вам покажу небольшую историю ставок. Ну вот последние ставки я ставил по 40, 50 тысяч. Вот 40 тысяч поставил, выиграл 96, 50 тысяч поставил, выиграл 89. И я вам даже больше скажу, то что эти 500 000 или 600 тысяч рублей я поднял всего лишь 3000 рублей, ребят. Реально, с 3000 рублей. За 2 дня Динат раскрутил свой счет с 3000 до 600. И напрашивается естественный вопрос, зачем тебе с кем-либо вообще делиться, если ты сам можешь в неделю делать по 1 000 000 с 3000? Зачем нести ответственность перед людьми за результат, если ты сам можешь по-тихому вставить и день за днем богатеть? Узнайте позже, друзья, схема непростая. Предприимчивый молодой человек однажды собрал с подписчиков группы «Академия успешных каперов», ныне Making Cash, 100 тысяч рублей для ставок из общего банка и, конечно же, все слил. Самые ужасные полчаса, которые у меня были. Все, ну нахрен этот лайф. О чем я и говорил, почему я не хочу его давать? Теперь в группе прогнозы только по линии. Приношу извинения за сегодняшнее утро. Спустя 3 дня. Пробовали линию, думал, золотая жила. Ага. Бля, думаю, стоит переходить туда, в чем были самые крутые результаты. Думаю, нужно переходить на лайв. Только не прогнозы в группе, а лайв-вебинары. Кто за? То есть сначала он просадил 100 тысяч рублей денег подписчиков. Затем понял, что лайв, то есть события, которые играются в реальном времени, это как-то не его. И перешел на события по линии, то есть события, которые еще не сыграли.
Там тоже не вышло. И тут его осенило, что он просто, ну, не своим делом занят. Ему бы обучать людей ставкам, а не самому ставить, так как в минус постоянно уходит. Это как вообще? А сегодня Владимир хочет оставить небольшой видеоотзыв о нашем мастер-классе, который прошел вот только что. И сейчас будет продолжение в лимузине с девчонками. Дай мощные результаты, дай 4 плюса, вот сейчас 5 грузится. 4 плюса и 5 крутится. И я вначале сделал 11 плюсов, друзья. 11 плюсов рядом. То есть, по этой же стратегии. По этой стратегии, которую я сейчас обучал. Бывает же так, вроде ставишь, все не прет, все минус. Вот только обучать начинаешь по стратегии. Только вот этот вот лимузин с девчонками к аудитории подгонишь. И все поперло, парадокс не иначе. И вот это чистое инфо-цыганство. У нас в России 95% всех бизнес-тренеров к инфобизу пришли именно этим способом. Попробовали начать свой бизнес, не получилось. Надо подумать. О, а стану-ка я лучше рассказывать людям, как строить бизнес. Это всяко легче. Тем более парень опытный уже, даже курсы свои продавал. Многие люди зарабатывают миллионы на информации, которую продают. Меня зовут Динар Гумеров. Вот моя страница ВКонтакте. А теперь давайте разберемся, что же это за бизнес и как он работает. Например, Анастасия из Уфы знает язык, на котором можно общаться с кошками. Думаю, из 146 миллионов человек, проживающих в нашей стране, найдутся и те, кто захочет научиться разговаривать с кошками. Сейчас в группе Making Cash цена на коучинг от Дината выросла аж до 300 тысяч рублей. Также нам предлагают раскрутку счета за 50. Причем при раскрутке счета вы обязаны зарегистрироваться в нелегальной на территории РФ букмекерской конторе 1xbet. Услуга представляет собой не что иное, как передача денег в доверительное пользование. То есть вы отдаете деньги Динату, а он, в свою очередь, старается повторить тот сногсшибательный успех, который он с легкостью демонстрирует на своем YouTube-канале, где буквально с 3000 он делает 600. Но вы тоже должны понимать, что при раскрутке счета есть также и мой интерес, так как я зарабатываю себе процент от чистой прибыли. Если вы задонатили Динату 50 тысяч рублей, то в качестве личного интереса выступает 60% от прибыли. Если 100, то он по-братски спустится до 50%. И вот тут снова непонятно. Ты мега-капер, который делает за 2 дня 1,5 ляма. Ты за последние 2 дня я заработал больше, чем 1,5 миллиона рублей. Зачем тебе делиться и забирать только половину от прибыли? Можно ведь играть самому и забирать себе все. А если еще проиграешь, люди разные бывают, кто-то может и в полицию пойти заявление написать. Но Динат пишет, чтобы мы хорошо подумали, готовы ли рискнуть деньгами или нет. Но помнили, самый большой риск – это так и не рискнуть. И тут доверчивый зритель его YouTube-канала думает: а чё не рискнуть-то? Парень регулярно показывает, как он успешно поднимает огромные бабки, грубо говоря, с нуля. Постоянно путешествует, снимает дорогие отели и всячески показывает свои материальные блага. И оплачивает услугу. 3 ставки, он мне слил весь банк. Вот, перейдем к переписке. В общем, вот, группа этого китка, видите? Он меня даже тут в черный список кинул. Но я бы не стал так нервничать на месте твоего парня, так как Динат в случае проигрыша возмещает ущерб. В качестве компенсации могу на эту сумму сделать скидку на свои услуги. Получается, вы ничего в принципе не теряете. Либо быстро получаете кэш, либо знания, чтобы самим зарабатывать этот кэш. Не хочу показаться придирчивым, но напоминаю, знания стоят 300 тысяч рублей. Для тебя они будут стоить 250. Гениальная схема, а главное, без обмана. Никто не виноват, что ты повелся. И понимаете, они все так действуют. Поэтому все, что хоть маломальски стоит денег, они вперед вытаскивают, чтобы ты увидел, какой он успешный. Ну, а соответственно, зарабатывает много. В конторе, где же еще? Но поспешу вас огорчить, деньги они поднимают не на ставках, а на доверчивых дурачках, которые во все это верят и покупают у них прогнозы. Например, недельная подписка на VIP-чат с прогнозами в Telegram от Making Cash стоит 3000 рублей. В своем телеграм-канале Динат призывает нас ставить уже не на 1xbet, как это было в случае с раскруткой счета, а на MailBet. И вот тут снова вопрос, какая вообще разница? Я как бы тебе за прогнозы плачу, а тут еще какая-то контора определенно должна быть. MailBet. Сначала я зарегистрировался в партнерской программе. Я написал им в поддержку и предложил сотрудничество с данной конторой. Сказал, что у меня есть ресурс, я буду рекламировать данную контору и хочу получать прибыль от привлеченных игроков. На что мне ответили: здравствуйте, можем предложить вам сотрудничество по партнерской программе. Для этого вам нужно зарегистрироваться здесь. Партнерская программа предоставляет возможность блогеру иметь 50% с проигранных вами денег. Дело в том, что все букмекерские конторы
договоры, которыми призывает пользоваться Динат, не зарегистрированы на территории РФ и являются нелегальными. Соответственно, финансовую отчетность они никому не предъявляют, а следовательно могут предложить жирнющую партнерскую программу человеку, который будет гнать к ним игроков, которые, в свою очередь, будут там проигрывать. 50% конторе, 50% рефералу. И у вас сейчас может возникнуть вопрос. Ну и что? Ну прогнозы-то он дает. Вон какие результаты классные показывают. Да у него сама удача на плече сидит. А как бы я все равно эти деньги проиграл. От меня-то не убудет. Пусть хоть сожгут там их, вообще плевать. Но не спешите с выводами, друзья. Тут все тоже не так просто. Я пишу, аккаунт активировали, как можно получить демо-счет? Они отвечают, регистрируйте новый счет в БК и пришлите нам его номер. Я отправляю номер нового зарегистрированного счета, пароль. И говорю, держите. Мне пишут, демо-счет готов. Я спрашиваю опять далее. Подскажите, в истории переводов высвечивается пополнение кошелька на сумму 300 тысяч рублей. По моей просьбе, можно будет сделать такую же историю выводов средств? Мне пишут, да, вы можете сделать фейковый вывод с него. После этого захожу в букмекерскую контору Хребет, ввожу все эти данные, и у меня на счету 300 тысяч рублей. После этого я провел прямой эфир, где ставил по 300 тысяч рублей, по 100 тысяч рублей. И все думали, что я реально капер, все думали... что я реально как Литвин, Ершов, Making Cash и прочие проекты, которые занимаются лютым наебаловым. И дело в том, что они сами могут вообще не ставить, просто сказать вам, что это 100% верняк, железобетон, и в качестве подтверждения скинуть вам скрин, где они поставили лям. Вот лям воткнули на эту ставку. Правда, демо бабок. Также и с раскруткой счета есть вероятность, что они вам просто скинут скрины с демо-счета, где, ну, сорян, чувак, не получилось. Мы старались, но ты же знаешь, гарантии нет, и заберут себе деньги. Но даже если и не так, то они все равно ничего не теряют, понимаете? В случае победы они забирают 50% с вашей прибыли. Ну а если все просрали, то 50% проигранных денег по реферальной программе. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу нашествия каперов-миллионеров на YouTube, Instagram и прочие популярные соцсети. Также подписывайтесь на канал. И помните, никто в этом мире не хочет сделать вас богатыми. А если говорят, что хотят, то только наебать. Всем спасибо. Пока.